Это третья серия данного видеофильма, в котором мы с Юлей максимально откровенно рассказываем вам о подготовке к ее первому конкурсу, к ее первым соревнованиям в фитнес-бикини. Если вы не видели первые две части, обязательно их посмотрите, там много интересного, много интересных откровений. Ссылки будут в описании к ролику. Вот и закончился турнир, заключительный день, второй. Юля сегодня отвыступала, мы поболели. Кстати, было очень интересно, и в отличие от моей предыдущей звездной ученицы, кстати, тоже получила очень колоссальный опыт, вы все видели, она изменилась очень сильно. И в отличие от нее, Юля все-таки более адекватный человек, хотя и с Аней, и с Юлей мы ставили одинаковые цели. Это был первый выход на сцену девчонок. И в том и в другом случае мы понимали, что мы идем бороться не за какие-то места, тем более призовые, а мы хотим почувствовать сцену, чтобы сцена почувствовала нас, показать, как мы чувствуем себя на сцене, посмотреть, нужно ли нам вообще это, нравится ли нам это. Но, естественно, у всех есть амбиции. Естественно, все мы все равно где-то в душе держим, надеемся, что займем какое-нибудь место, и чем выше, тем лучше. Но нужно понимать, какую цель ставишь, к чему идешь, для чего ты что делаешь. И сваливать все на некомпетентность судей, на то, как некоторые из моих упомянутых учениц говорили о том, что соревнования говно, организаторы говно, организация говно. Ну, вывод напрашивается сам, да? Человек, который так говорит, он сам, в принципе, представляет то, о чем говорит. Потому что это очень серьезный турнир. На него приезжали из российских звезд и Виталий Фатеев, и Александр Федоров. Все они были на этих соревнованиях. Это серьезные соревнования IFBB. И сегодня была девчонка наша, тоже русская, Валентина Мишина. К сожалению, я не люблю говорить о предвзятости судей, но ее сегодня откровенно засудили. Если вы сомневаетесь в моих словах, можете посмотреть эфир. На YouTube выкладываются все соревнования. Валентина была на голову выше девчонки, которую протолкнули, которая получила квалификацию на Олимпию. И очень жаль, что эта девушка, а не Валя, будет представлять олимпийское движение, потому что я уверен, что Валентина бы гораздо ярче выступила. Ну, посмотрите сами, эта девочка ничего на Олимпии не покажет, если вообще поедет. Что касается Юли, ну, она мне сказала, между нами говоря, сегодня очень интересные слова, в принципе, вы их можете почитать в Инстаграм. Очень приятно мне, как тренеру. Нужно понимать, что, конечно, от тренера очень многое зависит, но в первую очередь все равно зависит от человека, от его дисциплины, от его мотивации, от того, насколько он адекватен, понимает, куда он идет. И Таня, и Юля, в принципе, показали очень хорошую форму. Если говорить о женственности, о том, как я воспринимаю бикини, то я считаю, что Юля была лучше, чем многие девочки, с которыми она выступала. Юля, в отличие от Тани, продолжит выступать, хотя почему я говорю за нее. Расскажи, Юль, как тебе вообще понравилось, пока не будем говорить, быть на сцене, выступать, вообще сам турнир? Как ты считаешь, действительно Таня права, что это плохой турнир, плохая организация? Нет, я абсолютно не согласна, мне понравилось, но опять-таки это был первый раз для меня. Мне очень понравилась выставка большая. Не, очень маленькая, просто Юля, видать, нигде не была. Выставка... Да, выставка, да, честно говоря, была очень плохая, самая маленькая за всю историю, вот 5 лет я уже в Орландо, это была самая маленькая выставка. Но нужно понимать, что в эти же числа было FIBA в Германии, и в основном все компании уехали туда. Извини, что перебиваю. Как именно, вот не будем трогать выставку, что касается именно организации соревнований. Как понравилось ли тебе, насколько все было организовано, как вас выводили? Вообще сама организация именно турнира? Все было организовано, все было очень, в принципе, понятно, нам все объясняли. Да, на сцене были какие-то такие моменты, когда я не совсем понимала, что от меня хотят.
потому что все было очень быстро, но опять-таки я думаю, что это потому, что я участвовала первый раз и еще немножко не понимала, что мне нужно делать. На самом деле, я смотрел со стороны, ты не то, что не понимала, не знала, что делать, просто для американцев говорить наши имена и фамилии тяжело, ты не всегда понимала, что называют тебя. Нет, я поняла, что называют меня, но мое имя неправильно произнесли, и я не совсем, то есть они очень быстро сказали, и я не поняла, что именно мне нужно было сделать, но я считаю, что все прошло нормально. Mm-hmm. Ну расскажи тогда теперь, как твои ощущения, насколько тебя смотивировало, насколько ты рада тому, что выступила, или наоборот, ты жалеешь об этом опыте? Полезен или негативен вот этот опыт, который ты приобрела и к которому ты стремилась? Опыт полезен, конечно же, и, как я уже говорила, в первый день я немного расстроилась, но сегодня я поймала себя на мысли, что при выходе на сцену я уже не волновалась. Возможно, отчасти потому, что я уже знала, что я ничего не выиграю, а возможно, потому что именно мне понравилось на сцене, мне понравилось, я со стороны смотрела, Егор записывал эфиры. В принципе, я для себя отметила, что я неплохо смотрелась по сравнению с многими участницами. Но я хочу сказать, что были девочки очень красивые, были подтянутые девочки, Джанет там была, и Джанет заняла второе место, что для меня тоже было удивительно. Поэтому конкурентов было много, и в моем классе было 9-10 участниц, что я считаю много. Джанет, да, действительно заняла второе место в этой категории, но нужно понимать, что Джанет впервые выступала в IBB, она выступала до этого в WWF, может быть, поэтому ее сразу не поставили на первое место. Хотя, можете посмотреть видео, я снимал, они еще пока есть в сторисе. На мой взгляд, Джанет была ничем не хуже той девочки, которая выиграла первое место. Но зато Джанет потом в Мастерс выиграла все. И абсолютку, и категорию. Джанет достойна. Габи тоже выиграла абсолютку в новеньких, да, новичках. Да. В Open она выиграла. Она выиграла свою категорию только. Да, да. Абсолютку она там не выиграла. Но это очень неплохой результат. Кстати, говоря о генетике. Я тоже не люблю, когда люди говорят, генетика во всем виновата, но генетика действительно играет очень важную роль. И на примере Габи я могу вам рассказать, что это была просто бразильская очень толстая девочка, которая решила похудеть. Она действительно справилась с этой задачей. И она похудела кардинально, вы не представляете. Но насколько важна генетика, вот она похудела, и у нее стала идеальная попа. При том, что она не приседает, не делает становых тяг. Понимаете, генетически девочка просто, ну, у бразильцев так анатомически устроена уже испокон веков. Хотя они еще до сих пор продолжают увеличивать свои задницы, вставляют туда силикон, причем даже мужчин. Но и это не предел, потому что Юля вот позировала, когда я просил знакомую одну девочку, она выступает на Олимпии, занимала второе место. И одна из ее учениц, вот я сам не верю, Юля слышала, она вообще не тренируется. Она просто похудела, села на диету и стала в прекрасной форме. К чему мы это все говорим? Я вернее. Не для того, чтобы вы наложили на себя руки и все списывали на генетику. Любой человек может улучшиться. Из любого состояния можно прийти в еще более лучшее качественное состояние. Пример, у кого-то это больше времени занимает. Да. Пример, та же Таня. До того, как она стала заниматься у меня, вы все ее любили, она хорошо выглядела. Но вы все увидели, как за 5,5 месяцев она кардинально изменилась. Вот что значит грамотный тренинг, хороший подход к питанию. И вы добьетесь всего, что хотите. Но сравнивать себя нужно только с самим собой вчерашнего дня. И ставить цели на завтрашний день. Никогда не сравнивайте себя с кем-либо другим. Будь парень, будь то девушка. Сравнивайте, ориентируйтесь только на свою форму, которая была вчера, и на ту форму, к которой вы хотите прийти. Только тогда вы добьетесь какого-то эффекта. Иначе вы будете испытывать психологические проблемы. Потому что если
у вас, к примеру, не такая попа, как вам нравится, вы не сможете сделать ее другой формой, только увеличив ее или уменьшив. Форма мышцы, любой мышцы, задана генетически, к сожалению. А ДНК, структуру ДНК мы не сможем переписать, по крайней мере, пока. Такие вот у нас с вами пироги. Что касается продолжения тренировок, ясное дело, что ты будешь продолжать тренироваться дальше. А есть ли у тебя желание, вернее, появилось ли у тебя желание продолжать выступать? Или ты все, на этом остановишь свой соревновательный опыт? Мне кажется, в какой-то степени я немножко распалилась так, потому что я знаю, что да, я вышла в своей лучшей форме. Я выгляжу лучше, чем я выглядела когда-либо еще за свою жизнь. Но я знаю, что я могу выглядеть лучше. И почему бы не попробовать еще раз? Я думаю, что я попробую еще раз, и может быть даже не один раз, но я буду дальше продолжать. И мне кажется, вот что я для себя еще отметила, я с подругой разговаривала тоже сегодня, она говорит: «Юля, это замечательно». То есть я выступила, и у меня уже из этого появилось представление, куда я хочу идти дальше. Я уже поняла, что я хочу дальше от своего тренинга. Это, я думаю, многого стоит. Да, конечно, это тоже очень важно. И еще что нужно понимать. Как показывает практика, большинство людей, к сожалению, если выигрывают сразу же на всех своих первых соревнованиях, во всех категориях, это является больше на самом деле демотиватором, чем мотиватором. Потому что кого лично я знаю, те прекращают вообще соревновательную карьеру, они считают, что они там звезды и так всего уже добились. А мало кто может, действительно, испытав, ну, неудачи я это не назову, испытав, скажем, негативные какие-то ощущения от того, что все-таки не занял никакого места или, не дай бог, там занял последнее место. Маша, кстати, Мартынова, которая тренировала нас с Юлей позированию, она на первых своих соревнованиях заняла последнее место. Но вы видите, во что сейчас превратилась ее жизнь. Она целиком и полностью посвящена спорту, соревновательному спорту. Поэтому, если вы встали на эту стезю, не думайте о этом опыте любом, как о негативном опыте. Потому что очень важно ощущение сцены именно с точки зрения психологии. Вы каждый раз будете учиться смотреть на себя со стороны, особенно в позировании. Потому что позирование – это очень важный момент. Наверняка многие из вас заметили, что многие девочки действительно очень хорошо, в шикарной форме, но на сцену выходят и двигаются нелепо. Некоторые как коровы вообще себя ведут. Не потому, что они не отрабатывали позирование, а потому что, когда ты выходишь на сцену, и на тебя смотрит огромная куча зрителей, тебя судьи оценивают, это совершенно уже другая реальность. Подготовиться к ней невозможно. Вот реально, если вы не выйдете, не прочувствуете это, вы все равно никогда к этому не подготовитесь психологически на расстоянии, как-то медитируя. Хотя медитация тоже помогает. Да, это только нужно пробовать, выходить и смотреть, как себя чувствуешь. Да. И, естественно, улучшаться, понимать, где, какие у тебя сильные стороны, какие у тебя слабые стороны. На самом деле бодибилдинг, а бикини это тоже бодибилдинг, это искусство иллюзий. Нужно уметь максимально представлять свои лучшие качества, при этом скрывая свои негативные качества. Качества я имею в виду фигуры. Тогда вы станете мастером своего дела. Хочешь что-нибудь сказать еще напоследок нашим зрителям? Фильм получился, наверное, очень продолжительный. Я надеюсь, что все вы его досмотрели до конца и получили как минимум положительные эмоции. Хочу сказать, что еще раз поблагодарить Егора. Я написала в своем инстаграме слова благодарности. Я очень рада, что он меня, можно сказать, подтолкнул ко всему этому. Вообще он меня как-то втянул вот в этот спорт, занятия, и именно грамотно. То есть он постепенно, и мне поначалу казалось, что все очень медленно продвигается, но теперь я понимаю, что это все шло медленно, но верно. И я очень рада, и этот опыт действительно получился очень удачный, хороший, и
сделала выводы и посмотрим, что дальше будет. Ну, будем прощаться, наверное, на этой положительной ноте. Пишите, что вам понравилось в комментариях, что вам не понравилось. И если у вас соревновательный опыт, хотите ли вы начать выступать, думали ли вы об этом, какие у вас страхи перед сценой, какие у вас страхи были, если вы уже выступали, как вы с этим боролись. На самом деле это все очень интересно, и я думаю, многим зрителям это интересно будет обсудить в комментариях. Да? Да. Всем пока. Пока. Спасибо, друзья, что смотрите, что комментируете, что поддерживаете Юлю. Для выступающего спортсмена, особенно начинающего, это очень и очень важно. Заходите к ней в Instagram, поддерживайте ее лайками, позитивными комментариями, и вам это воздастся большим плюсом к карме. Не пропустите четвертую часть, в которой будет очень много интересного. Сейчас я задавал в основном вопросы Юле, Юля на них отвечала. В четвертой части это будет отдельный фильм, где Юля на протяжении всех 2 месяцев снимала свои мысли, свои ощущения, где она поделится с вами, грубо говоря, своим дневником, видеодневником. Не пропустите, уже на следующей неделе выйдет эта серия. Спасибо, что смотрите. Увидимся, как всегда, в тренажерном зале.